А в областной филармонии тем временем готовятся к совместному концерту оркестра губернаторской симфонической капеллы и музыканта из Санкт-Петербурга Аргишти. Он исполняет произведение на дудуке. Программа получила название «Выше Арарата». В нее вошли авторские композиции артиста из северной столицы, народные армянские мелодии, а также классические произведения в необычном звучании. Это уже наш второй концерт, и я отмечу, что с Пензы, с вот этих замечательных ребят, начались наши эксперименты с оркестром. Это был первый оркестр, с которым я сыграл, и это были потрясающие ощущения. Концерт «Выше Арарата» состоится в Большом зале областной филармонии завтра, 8 октября. Начало в 6 часов вечера.